велосипед, да? Да, да. А что за марка у него? А? Что за марка велосипеда? Кросс. Кросс это, да? Кросс, да? Да. А какого цвета велосипед? Синего. Синего, да. Ну, надписи посмотрим. Есть какие-то на него? Надписи есть? Есть, да. А какие? 74 цифры. Что? 74. 74, да. Но это же не кросс, правильно? Кросс, нет, кросс у меня был до этого. А, до этого? Ну, буквально 2 дня обратно. А цифры тоже не знаете, да, правильно? 74. Да ладно. А сколько? Не знаю, вы мне скажите. Ну, я это не украл, то точно? Ну, не знаю. Какой ваш сарай? Там 3 сарая мои. Да, а ключи есть от сарая? А ключи где от сарая? Ключи где? Подойдет, так и откройте, покажите, да? Чтобы я точно знал, да, что? Я вам могу 3 сарая открыть. Ну, откройте, да, покажите, чтобы я знал, что точно ваш сарай. А ломик взяли, чтобы... Я хотел, тут зимой нас сарай открывали, знаешь? Ну, да. Я хотел так прикрывнуть, а там нет, что? Тут у меня редис лежит. Хорошо. Вот, откройте, покажите, что ваш, да? Да. Да, закрывай. Я ломи здесь его, топори его. Не здесь. Надо. Накрывай. Да, поставь, погоди, на лайк. Ага. Поставь. Ну рассказывай, откуда велик. Я приобрел велик. А что за тростом валяется? Я на ворот. Где? Что за тростом валяется? Где трост валяется? От велосипеда. Где? Ну ладно. А этот там перекусан, давно валяется. Да ладно. Да ладно. Да, конечно. Ну, давно же говорите, как будто... Вы даже не знаете, что за марка велосипеда, что за цифры. Ну как-то странно, согласны? Почему я не знаю марку велосипеда? Ну не знали? Знаю. Первый раз рок-машин. Сейчас рок-машин. Да. А первый раз что сказали? Нет, до этого буквально, вам все скажут, подтвердят, у меня был кросс. Я только продал его и взял этот велосипед. Ладно, подойдем к машине. Ну, согласны, странно, да? Валяется вот трос от велосипеда. Да он здесь давно валялся. Ну, я как знаю. Нет, я не знаю. Я тоже я просто объясняю. Какая дешевый. Хорошо, какая ситуация? Максимум. Подойдите сюда. Пока не задержаны, просто присядьте здесь. Вот так и присядьте. И посидите. Пусть вещи вот здесь стоят. Да? Земельграф. Pamanīt vīrietis ar velosipēdu zilu rock mašīna zilā krāsā. Nu, vīrietim līdz bija lomiks, nazis, lukturītis. Pie velosipēda blakus, pie šķūnīšiem ir pārkniepta tā trose velosipēda. Nu, nezinu, viņš pats stāsts, kas esot viņa velosipēds, bet, nu, baigi netic. Kur tā pārkniepta trose ir? Tur tā blakus vēl kretālu? Jā, var redzēt, ka ir tā trose pārkniepta. Pārgriezta ar kaut ko. Pašam arī darba cimdi, lomiks, nezinu, nu tā it kā tas šķūnīši neredz, ka būtu uzlauzis. It kā viens no viņiem, esot arī viņa šķūnītis, bet varbūt kaut kur citur ir to velosipēdu nozadzis. Jā, labi. Jo arī velosipēdu ne marku, ne modeli neko nevarēja pateikt. Nolika malā riteni, nevarēja pateikt nekas par velosipēdu, neko. А заранее за хражу что-то такое было?